Ноутбук Huawei MateBook 13 скоро появится в Европе. Компания Huawei вскоре начнет продажу ноутбуков MateBook 13 на европейском рынке. Ноутбук успешно дебютировал в Китае в конце прошлого года. Первая партия в 10 тысяч устройств была раскуплена, буквально, за 5 минут. О скором начале продаж в Европе и Великобритании сообщил известный сетевой информатор Роланд Квант. Роланд Квант в социальной сети Twitter. Точных сроков выпуска он не назвал, но сумел узнать розничные цены. Huawei MateBook 13 будет предлагаться с экраном 13,3 дюйма разрешением 2160 на 1440 пикселей, процессорами Core i5 или i7 Whiskey Lake, 8 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ на твердотельном накопителе. Стоимость стартует от 970 евро. Это существенно дороже цен в Китае, где младшую версию предлагают по цене $725.